Не всем нравится бархатная кожица персиков и абрикосов. Есть люди, которые на дух ее не переносят. Шкурку с фруктов нужно снимать, когда готовишь красивое варенье или компот. Без кожицы плоды меняют вкус и становятся более нежными. Маленькие дети не могут проживать жесткую пищу, поэтому бланшировка фруктов становится привычным занятием. Этот трюк известен любому повару, но проделать его может каждый из нас. Тебе понадобится миска с очень холодной водой, можно с кусочками льда, кастрюля с кипятком, шумовка, нож, персики, абрикосы или нектарины. Сделай крестообразный надрез на каждом фрукте, который хочешь почистить. Брось фрукты в кипяток на 40-45 секунд. А теперь крутой поворот событий. Быстренько переложи плоды из кипятка в ледяную воду. Слегка поддев кожицу ножом, ты очень легко почистишь все фрукты. Приготовить персиковое варенье без проблем. Кожица будет удалена за пару минут. Сняв жесткую кожицу со свежих фруктов, ты можешь украшать ими разнообразные десерты, желе и даже торты. Добавлять нежные кусочки в крем. Расскажи об этом хитром приеме своим близким и друзьям. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.